Всем привет! Сегодня у нас разговор про информационное пространство при разработке приложений для Linux. И тут, в общем, у меня несколько такой путь дороги наши ветвятся. С одной стороны, хочется рассказать про все, с другой стороны, хочется пощупать пальчиками какие-нибудь конкретные инструменты. Чем больше будет рассказов про все, тем неинтереснее все это будет, потому что эти рассказы можно и прочитать. Но я подозреваю, что в силу того, что у нас, в общем, не так уж много времени осталось, какая-то часть вот этих рассказов про все, по крайней мере, в рамках нашего с вами курса, останется все еще рассказами. Поэтому я, пожалуй, немножко расскажу про все, а потом мы с вами поговорим про конкретный инструмент. Значит, когда речь идет про информационное пространство, и в частности про документирование, кстати, лекция называется «Информационное пространство и документирование», просто я не успею рассказать ничего, ни про что, кроме документирования, на самом деле. Надо понимать, о чем вообще мы с вами говорим. Потому что прохождение информации важно в трех измерениях. Измерение первое и для нас, как для разработчиков, главное – это прохождение информации между нами, между разработчиками, то есть документирование кода исходного. Причем, если мы собираемся это обслуживать и дальше, то хорошее документирование исходного кода, чтобы человек, который в вашем коде пытается разобраться, не пытался догадаться по программе на C, тем более программы на C, в общем, слабо коммуникабельные в плане семантики. Да? Мы не можем четко объяснить с помощью кода на C, что на самом деле мы на C написали. Вот, так вот, на вас налагается некоторая необходимость коммуницировать с помощью исходного кода будущему читателю этого самого кода. Возможно, этот читатель вы, даже скорее всего. Вы через полгода вернетесь к своей программе на C без единого комментария и придете в ужас. Вот, коммуницировать, что, собственно, там происходит, что написано и так дальше. Это первая задача. В нее входит технической так называемой документации или программной документации того, как устроен то API, который вы предлагаете. Вот. И, возможно, какие-то пометки прямо внутри кода с помощью комментариев на предмет пояснений будущему сопровождающему ваш код. Напоминаю, что это может быть вы сами, да, просто в будущем. Что именно здесь происходит? Второй разрез информационного пространства. Тут вот не совсем правильно написано, ну вот слово «сообщество». Это когда речь идет не о самом исходном коде, а обо всех дополнительных информационных инструментах, которые используют сообщество для разработки. В первую очередь это инструменты интерактивной совместной разработки, которые, ну как бы, давно уже никто не пишет, сидит программу дома на стульчике там месяцами и потом ее куда-то, значит, кому-то показывает. Давным-давно инструментарий совместный, давным-давно команда разработчиков, в общем, совершенно не обязана сидеть в одной точке и общаться устно. Все это происходит посредством каких-то информационных ресурсов как раз. Вот. И это то, про что мы, наверное, говорить не будем вообще в этом курсе. Чуть больше информации будет в следующем курсе, который будет посвящен совместной разработке на Python. Вот там как раз про все, ну не про все, конечно, про базис, про основы совместной разработки мы поговорим. Вот, да, про то, что используется Git, как Git используется для того, чтобы, значит, общаться разработчикам друг с другом. Ну, в общем, вот это все. Помимо, собственно, Git'а, раз уж мы говорим про инструменты интерактивной разработки, вам понадобится также некоторый, ну, я бы так сказал, мета-инструментарий, который вот сейчас нам с большой радостью предлагают всякие, ну, грубо говоря, такие соцсеточки, например, GitHub. Смотрите, Git как инструмент не может вам обеспечить проходимость информации между людьми. Git — это штука про исходный текст. Вы можете придумать какой-нибудь policy, относительно, с помощью которого вы общаетесь посредством Git'а, и это будет очень клево. Но в любом случае какое-то пространство для обмена сообщениями о том, что происходит, помимо Git'а, нужно.
В частности, вот один из мощных инструментов – это pull mesh request, да, когда вы говорите: «Я сделал свою работу, дорогой, значит, там, отвечающий за направление, посмотри вон там, попробуй, помешься вон с тем, вот, вот я там сделал, превью это». Да, это все внутри гита не реализовано, должно быть реализовано в чем-то поверх гита. Или, например, ситуация, когда вы допустили некоторую, нашли какую-то багу в исходнике, да, и сначала ее только нашли, и хотите сообщить разработчику, что вот в этом месте есть бага. Потом разработчик как бы посмотрел, сказал: нет, это не бага, это фича, так должно работать. Или, например, посмотрел, сказал: да, действительно, это так. Потом кто-то, например, вы или он, или еще кто-то третий, заинтересовался этой ошибкой, исправил ее, предложил исправление. Разработчик посмотрел на это исправление и сказал: не, мужик, ты тут совсем не по полисе пишешь, у нас так не принято код писать, но спасибо за идею, я сейчас сам реализую и сам реализует. То есть на некоторое время образуется локальное информационное пространство, называемое issue, которое следует решить. А когда issue решен, он откладывается в раздел решенных и на всякий случай запасается, чтобы можно было по нему искать. Да? Это то, что называется issue tracker, Mozilla и так дальше. Еще один разрез взаимодействия разработчиков и комьюнити, который связан с тем, что некоторые процессы разработки требуют чисто информационной формализации. Найдена ошибка такая-то, воспроизвести ее так-то, найти ее так-то и так дальше. И какие-то более развесистые штуки, связанные с жизнью самого сообщества, когда они обсуждают проблемы, вообще напрямую не связанные с конкретным исходным кодом конкретного продукта, а, допустим, с каким-то policy, с каким-то, значит, с какими-то вопросами, просто нужными для жизни и работы, и так дальше, и так дальше. Да? Иногда это бывает оформлено в виде списков рассылки почтовых в старом стиле, таком, когда все пишут на один единственный почтовый адрес, а потом все читают письма, которые туда приходят. Иногда это какие-то форумы, иногда это какие-то, значит, в мессенджерах выделенные чатики, вроде нашего с вами в Телеграме. Вот. Короче говоря, некоторое уже совсем вот далекое от разработки как процесса работы над исходным кодом форма существования сообщества. Вот. Про это все хорошо бы устроить, конечно, отдельную лекцию, рассказать про дисциплину и так дальше, но чуть-чуть мое сердце, что на дворе уже декабрь, и мы можем не успеть. У нас еще деплоймент на носу и пакеты. Да? Вот у нас две лекции будут, как минимум. Вот. Мне тут Андрей спрашивает, задает вопрос: а нужно неопытному программисту использовать Git, ведь его коммиты будут изобиловать ошибками. Может быть, лучше сначала долго работать и тестировать, пока не созреет нечто, что не стыдно показать. Это абсолютно неправильная идея. То есть, это можно ли неопытному пловцу пользоваться водой в бассейне до тех пор, пока он не научится хорошо плавать, красиво поднимать руки, раздвигать ноги и так дальше, что не стыдно показать другим пловцам, лучше водой в бассейне не пользоваться. Как-то так это звучит. Да? Значит, а за хорошее поведение, значит, вам эту воду нальют в бассейн. Нет. Система контроля версий – это инструментарий разработчика, и до тех пор, пока вы ее не освоите и не набьете себе руку в качественном ее использовании, вы и не сможете показать свой код, который вы выкладываете в паблик. Как был у нас разговор с самого начала, в начале семестра, про то, как используется Git, совершенно не обязательно афишировать этот репозиторий. Да? Вы можете как бы подавить в себе манию величия и сказать: я написал новый проект, пользуйтесь все. А вместо этого просто завести репозиторий на GitHub, который будет виден тем, ну, как бы он будет виден, конечно, всем, но кто туда придет? Кто узнает об этом репозитории, если вы ничего такого не пиарите, вы не заявляете? Зато потенциальное взаимодействие с кем угодно, в том числе с тем человеком, который вам даст ценные советы по поводу того, как исправить ваши ошибки или в чем они состоят, будет гораздо проще, чем вы это все куда-то засекретите, будете сидеть в уголку и что-то там тонко выпиливать лобзиком, при этом как бы так и не научившись толком держать лобзик, потому что никого, кто вам бы посоветовал, как его правильно держать, не найдется, ибо делаете это вы в углу, запершись. Вот. Так что нет, нет и еще раз нет. Инструментарий совместной разработки надо осваивать параллельно с освоением разработки. То есть максимум, что, быть может, стоит сделать предварительно, это немножко научиться программировать на языке программирования. Да? То есть если вы еще и на C программировать не умеете, то, наверное, вам не очень понятно, как и чего куда выкладывать. Тем не менее, даже это, в общем, не самое преступное поведение, потому что, еще раз повторяю, дисциплина ведения репозитория – это важная штука.
Ну вот видите, Александр тут буквально с языка у меня снимает, он тоже считает, что сначала надо разобраться с языком. Разумеется, надо, но это вещи все-таки независимые, да? Ведение, как бы, если вы уже понимаете, что такое программирование, скажем, C для вас язык не первый, то, в общем, без разницы, да? И, скорее всего, вы тогда уж разберитесь с гитом сначала, для того языка, который для вас является основным, да? А потом уже осваиваете C, ведя ваш репозиторий уже грамотным образом. В этом смысле даже, видите, работа с гитом, да. Вот, такие дела. Значит, итак, про инструменты интерактивной совместной разработки, которые, безусловно, очень важные в жизни разработчика, мы пока что не говорим. Хотя, конечно, это очень стоящая тема. Не знаю, успеем мы ее в этом семестре или придется ее переносить туда, в питончик, и там мы это поговорим в следующем семестре. Если говорить про одну конкретную тему, а именно про документирование исходного кода как такового, возможно, снабженного каким-то количеством, ну, условно-пользовательской документации, да, то откуда вообще мы получаем информацию, когда мы работаем с текстом? Посредством чего мы коммуницируем с читателем нашего исходного кода, когда говорим о том, что вот помимо исходного кода должно быть что-то? Ну, понятно, что настоящие программисты не пишут комментарии, потому что исходный код программы очевиден сам по себе. Ну, это, разумеется, была ирония, если кто не распознал. Цитата из известного в прошлом тысячелетии текста «Настоящие программисты не используют Паскаль». Но дело даже не в этом. Дело в том, что, разумеется, текст ироничный. Невозможно ни на каком языке программирования написать очевидный сам по себе код, если вы очень сильно не стараетесь это делать. А если вы это очень сильно стараетесь, не факт, что то, что у вас получится, будет реально читаем. Вот, так что, но помнить об этом надо, что когда вы пишете свой код, вы либо рассчитываете на то, что его кто-то читает, либо не рассчитываете. И если вы рассчитываете на то, что его кто-то читает, очень бы неплохо оформить его таким образом, чтобы читать было удобно и приятно. Вот. Еще одним способом коммуникации с читателями является оформление структуры каталога. Вот мы с вами, когда работали с такими подсистемами, как Autotools, видели, что Autotools по умолчанию считает, что, допустим, исходники лежат у вас в каталоге SRC, тест в каталоге tests. Вот. Где лежит документация, мы тоже сегодня увидим, там тоже есть каталог по умолчанию. Вот. Ну и там дальше такие вот вещи, как там, не знаю, библиотеки отдельно от небиблиотек, вот это все. То есть структура каталогов и именование файлов – это тоже предмет коммуникации. Если, например, у вас все файлы на C в свалку лежат в одном каталоге, называется A.C, B.C, C.C и так дальше, и D.H, да, то вы сами себе злобный Буратино, через полгода вы сами не разберетесь в том, что вы, зачем вы это все так назвали. Коммуникация. Внутри самого исходного кода можно заложить документирование к нему. Ну вот мы, например, знаем, что в питоне есть прямо строки документации внутри функций. Вот. В C никаких строк документации внутри функции нету, но можно использовать некоторую дисциплину оформления комментариев специального вида, которая дисциплина позволит вам в эти комментарии вписывать нужную для будущего пользователя вашего продукта информацию, я имею в виду пользователя-программиста, который будет пользоваться вашей библиотекой или исходным кодом вашей программы, нужную информацию, чтобы, значит, не просто как бы показать ему исходный код, а показать, как этим исходным кодом пользоваться как программист. Вот. Описать ABI, например, да, который вы используете, как, какого оно, да, там, описать особенности работы вашей функции, если эту функцию реализуете, ну и так дальше. Вот. Это делается, в общем-то, специального рода, как я уже сказал, в комментариях, которые оформляются по достаточно стандартному способу для того, чтобы из исходного кода, из вот этих строк документации или специально оформленных комментариев можно было, что называется, выгнать техническую документацию с помощью специальных подсистем, коих из универсальных на свете пока существует примерно две. Вот. Одна из них называется Sphinx, и это то, чем пользуются вообще все, вообще повсеместно, такой вот мегапроект. Вот. А другая из них называется Doxygen, и она существенно более старая, вот она. Но мы поговорим про нее, вот, просто для того, чтобы не зацикливаться на одном единственном инструменте. И к тому же она, видите, живая всех живых, развивается. Последний выпуск у нее был в этом году, то есть вполне себе живой проект, этот самый Doxygen.
Вот, помимо вот этих двух систем больших Doxygen и Sphinx, есть еще специально разработанные под отдельные языки программирования системы документации, под C++ есть, там под конкретно в Boost есть, под Java, JavaDoc есть, под Python есть какие-то старые методы, но Sphinx все съел, потому что Sphinx сам на Python написан. Вот, под PHP есть, под Ruby есть и так далее, под C-Sharp есть, вот. То есть есть много разных, ориентированных на конкретные языки программирования и конкретные дисциплины в этих языках, способы оформления документации, которые упрощают это самое оформление. Ну, как бы, что они, счастье, что они есть, но мы всем одновременно заниматься, конечно, сегодня не можем. И последнее, что говорится, можно говорить, когда говорят люди про документацию, это документация, так сказать, офлайн, то есть та, которая сопровождает ваш проект. Ну, самый известный в Linux это маны, да? Manual page. Я часто при вас туда залезаю, чтобы почитать какую-то документацию. Еще чаще принято оформлять программу так, что она с ключом минус-минус help выводит какой-то разумный help. Да? Как-то вот так вот. Давайте сразу зайдем на наш Linux prag. Так, это палево. Палево пока убираем. Без палева. Да? Вот, пожалуйста, некоторые утилиты выводят из-под себя некоторый более краткую, чем manual page, информацию о том, как вкратце ей пользоваться. Вот. Мы еще с вами знаем, что помимо мана и хелпа есть еще так называемая инфодокументация, которую изобрели в свое время в сообществе GNU. Вот. Она есть по очень многим компонентам, как видите, прям вот по очень многим. Это самое инфо. И смысл инфы, инфо, автомык. Вот. Смысл инфо состоит в том, что вы пишете гипертекст, а изобретено это было еще до того, как это стало гипертекст стал мейнстримом, да, значит, HTML еще там не было, был гофер, а GNU-info уже было. Вы пишете гипертекст, который одновременно может работать и справочником, и книгой большой. Из него можно, то есть, который можно распечатать, перевести в LaTeX, распечатать там в PDF. Вот. И веб-страничка из него можно выгнать. Вот. И, как видите, можно с помощью специальных инструментов смотреть как гипертекст по ссылочкам. Вот. Видите? Вот. Info auto make autoconf, например. Вот, пожалуйста, значит, info.autoconf. Вот. Изготовлением инфодокументации мы сегодня заниматься не будем. Не потому, что это плохая штука. Это, как видите, очень мощная штука, раз уж из нее можно сделать и HTML-ку. Мы сегодня будем смотреть в HTML-ке изготовление инфодокументации. И, кажется. Да, будем. И, значит, HTML-ку, и, видите, специальный гипертекст с просмотром текстовым под утилиту info, и PDF-очку в виде книжки, статьи и так дальше. Вот. Не будем мы это делать, потому что, на самом деле, вы можете всегда сделать очень похожий аналог с помощью какого-нибудь Markdown'а на каком-нибудь GitHub, GitLab, где угодно, сгенерировать вот такое же и радоваться жизни. Да, из него, конечно, не получится книжки печатные, возможно, это ошибка. Но, с другой стороны, подумаешь, печатная книжка, кто сейчас читает печатную документацию к программам? Ну, максимум учебники печатают, да? А печатная документация, она должна быть в HTML, да? Ну, в крайнем случае, текст, чтобы ее можно было вот так найти. Инфо. Вот. Тем не менее, инфо гораздо более гибкий формат, чем MAN. MAN очень специфический формат, на самом деле, смотрите. MAN в Linux – это подсистема справочников, разумеется, которая предполагает, что по каждой сущности существует справка в виде одной такой длинной, одного длинного текста. Вот этот длинный текст, слегка размеченный курсивом и жирным шрифтом, который в моем терминале показывается, соответственно, голубым и светленьким, вот, который достаточно удобно читать, и он небольшой. Более того, у MAN-страниц есть так называемые секции. Давайте мы посмотрим его на английском, чтобы не путаться. Секция имя, name, секция synopsis, секция description, секция options, где-то там должна быть. Нет options. Есть examples. Ну, а в каком-нибудь man... Ой, там вот их 5000 манов.
Инфо, нет. Не знаю, GCC. Ой, там еще больше. Хотя нет, вот тут. Options. Вот, секция Options, которая описывает параметры, ключи, из которой ваша программа вызывается. Ну, там секция, допустим, Examples, в которой описано, как именно пользоваться. Вот. А, нет, есть секция Options, я соврал, просто дальше. Да? И, что важно, секция CAuth, которая ссылается на другие MAN-страницы, тем самым организует для вас такой гипертекст вручную. Чем это хорошо? Тем, что очень упрощает, сжимает это информационное пространство. Информационное пространство main page, оно такое двухуровневое, как видите. Оно состоит из... сколько там секций? Ой. Из 9 секций. Вот. В каждой из которых сгруппированы руководство по разным направлениям. Да? Значит, в первой секции программы, во второй секции system call, в третьей library call, в четвертом всякие файлы, форматы устройств и так далее. В пятом форматы файлов. В шестом вообще игры. В седьмом какое-то разное. Вот, например, ManMan там лежит. В восьмом какие-то утилиты системного администратора. И в девятом какое-то вообще непонятно что. Вот туда, в общем, нестандартно. Вот, то есть оперативно перемещаясь по этим гиперссылкам, мы можем, в общем, ограничить себе контекст чтения. Вполне. Вот. На сайте man7.org эти гиперссылки работают как гиперссылки, по ним можно ходить. Внутри текста тоже могут встретить такие, такого же рода гиперссылки мана. Вот они вот тут вот где-то встречаются. Вот, например. Ну вот тут, например, да. Вот. Но фишка в том, что абсолютно не сложно, видя такую гиперссылку, не кликать в нее мышкой, а написать руками man7 ASCII и получить вот эту вот табличку прямо в консоли. Вот. Поэтому подготовка man-страницы – это, пожалуй, более интересная, ну, скажем так, важная штука в первичной базовой разработке, значит, информационного пространства вокруг вашего приложения, чем какое-то офигенное документирование пользовательское большое. Да? Итак, маны, возможно, инфо, типа тех инфо, но это если вы хотите, и техническая документация внутри кода. Вот, это такая база, ну, естественно, минус-минус help, который ваша программа должна выдать. Это такая база, которая, собственно, без которой довольно тяжело будет вашему пользователю жить. Вот. Да, вот, да. При этом обратите внимание, что инфо, как более сложный, хитрый формат документации, в нем сложнее искать, в нем не все сразу видно, в нем не очень понятно, как автор организовал вот эту свою книгу про то, про что он написал инфо. Зато туда написать можно гораздо больше, потому что он гораздо более такой ветвистый. Вот, ну и плюс, да, потом все это надо где-то публиковать, ну, видимо, можно публиковать где хотите, хоть хотите GitHub Pages, хотите там GitBook, хотите на Read the Docs, хотите там на это самое, организуйте свой сайт с помощью автоматического публикатора. Бог. Слушайте, я много говорю, а у нас еще дофига практического занятия. Значит, это вот у нас слегка модифицированный план прошлогодней лекции. Я хочу его немножко в этом году поменять, так что опять будет у нас эксперимент на людях. Эксперимент на людях будет стоять в следующем. Мы сейчас зайдем немножко с конца и посмотрим, как работает специальная функция в Libc, которая называется argp. argp – это функция, с помощью которой вы можете написать утилиту командной строки с автоматическим разбором этой командной строки на, собственно, аргументы, на параметры. Вот. Минимальная функция выглядит вот так вот. Правда, ничего, значит, надо включить argp, надо вызвать функцию argp-parse. Правда, ничего разумного тут не приедет, потому что такой argp-parse стандартный умеет только минус-минус help показывать, в котором не написано ничего. Но, тем не менее, даже вот такую функцию, давайте мы ее
bins. Даже вот такая функция, умеет показывать маленький хелпик про себя, что у нее нету ни одного параметра, кроме параметра минус-минус help, и значит он же минус, он же минус восклицательный знак, он же минус-минус usage. Все остальные опции, если мы будем ее передавать, она скажет, что я такое не знаю. И это тоже важно, да? То есть вот те аргвы, которые мы передаем этой функции, теперь она говорит, не-не-не-не, смотрите, у меня вот параметры сейчас вон минус-минус help, скажите, я вам расскажу, да? Минус х, скажите хотя бы, да, минус, минус вопросительный знак, скажите. Вот. А я тут сказал backslash, потому что у меня зашел, иначе бы попытался тут глобингом заняться. Вот. Ну, короче, минус-минус help. А так вы, в общем, не рассказывайте, никаких других параметров у меня нет. Окей, давайте посмотрим на более сложный пример. Более сложный пример. Давайте его скопипастим и посмотрим. Но тут тоже ничего интересного нету, потому что мы всего лишь задали документацию для этого самого нашего примера. Смотрите, мы определили некоторую строку doc, которая бы нам рассказывала про нашу программу, определили ее имя нашей программы, которая, и определили какой-то mail, куда баги отсылать. Вот эти, если не ошибаюсь, имена являются стандартными, их наличие приводит к тому, что лучше будет работать этот самый argparse, он будет выводить вот это все в качестве информации, мы сейчас это увидим. А вот этот doc, строку эту, надо просто передать с помощью некоторой структурки, в которой, если лежит 0, используется дефолт, а если лежит вот не 0, то вот. То есть мы говорим, дорогой argparse, теперь распарс мне, пожалуйста, вот эту штуку. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Во! Как видите, она теперь называется вот так. Вот она. Вот здесь написано report bugs to gnutils, но мы могли вписать туда меня, да? Ну, не будем этого делать, вы мне поверите, что могли туда вписать кого угодно. Вот. Ну, а в остальном, видите, разница не изменилась, за исключением того, что просто наличие вот этого AGP Program Version приводит к тому, что появилась ключка минус v, и мы даже можем сказать минус v. Вот. Такая вот волшебная штука. К сожалению, у нас нету времени на то, чтобы разбираться от начала до конца досконально с RGP. RGP довольно развесистая вещь. Там можно несколько разных парсеров командных строк использовать. Поэтому мы, вот тут видите, combined multiple RGP parsers. Поэтому мы ограничимся довольно большим уже примером, в котором есть один парсер. Вот в котором. И просто его рассмотрим, тоже сейчас скопипастим, мы его рассмотрим. А потом вот с этим кодом будем баловаться дальше. Значит, этот код слишком простой для нас. Сделаем посложнее. Давайте сначала его посмотрим. Ну, здесь содержится что-то типа документации. Пускай валяется в комментариях. Вот. Здесь у нас, давайте сделаем, чтобы не так это терзало глаза, документация, описание. Вот. Давайте посмотрим, что умеет наша программа. Наша программа умеет парсить. Вот такие параметры. Они сложены в специальную структурку. Вот. И к этим параметрам есть, собственно, кратенькое описание. Длинный параметр минус-минус verbose, короткий минус v, 0 параметров, 0 флагов, в смысле пустые флаги, и описание. Quiet, Q, дополнительных параметров не нуждается, флаги обычные, и описание. Silent, S, длинный минус-минус silent, короткий минус S, параметров нету у этого ключа, а вот флаги есть, потому что silent это то же самое, что предыдущий флаг, и это option alias это означает. Это, в этом вот include есть штука в option alias. Да? Output O, минус-минус output или минус O, у этого параметра есть дополнительный параметр файл. Да, давайте мы опять же. Вот. У этого параметра есть дополнительный параметр файл. И вот его описание, что вот этот файл. Обратите внимание, что он большими буквами. Вот.
наша программа используется в качестве стандартного вывода. Вот эта вот структурка из нуля элементов, содержащая ноль, означает, что параметры наши кончились. Все возможные ключи, которые можем передать нашему парсеру, кончились. Вот. Ну, собственно, вот этот struct, в котором, да, значит, помимо всего прочего, наша программа, помимо ключей минус-минус verbose, он же минус v, там, минус q, минус s и минус o, принимает два дополнительных параметра не ключевых, а обычных в командной строке, в которой мы пишем, то есть мы должны запустить программа, какие-то ключи, первый параметр не ключ, второй параметр не ключ. Так устроен этот пример. Мы заводим для этого параметр хранилку, вот, который будет хранить, собственно, наши параметры вот эти. Значение, приехавшее от silent verbose, указали мы его или не указали. И значение, приехавшее из output файла, который имеет тип char-звездочка. Дальше в нашу задачу входит все-таки распарсить тот ключ, который мы передали нашей программе, но парсить ключ будет библиотека ACP. А мы будем, собственно, не так, вычленять среди множества ключей будет библиотека ARP, а мы всего лишь будем говорить, как распарсить конкретный ключ. За это отвечает функция parseOpt, вот, которой передается ключ, передается второй параметр, если он есть, вот этот, в случае минус O это будет имя файла, вот, и передается некая дополнительная структурка, со статусом разбор, с которой можно упражнять всякие, значит, с ней упражнения всякие делать, чтобы, значит, например, через эту структурку нам приезжает настоящий параметр arguments. То есть, вот если мы указали к минус o параметр, соответствующий параметру файл, то этот файл приедет вот сюда, вот. В state input он приедет. Вот. Дальше мы пишем обычный switch со словами, знаете что, если это Q или S, то мы silent выставляем в единичку, если это V, то мы verbose выставляем в единичку. То есть описываем логику разбора наших параметров, которую, разумеется, никто на нас не сделает. Вот эта логика очень простая. К нам прислали ключ, мы отреагировали. Нам прислали O, мы взяли и вот этот параметр arg. А, соврал, кстати, нет. Это строчка, которую мы разбираем. Вот. Нам прислали ключ минус O, мы знаем, что у минус O должен быть параметр, он лежит в арге, вот здесь вот. И мы его взяли и положили вот сюда. То есть разобрали, заполнили нашу структурку под названием... А, я не то кручу. Заполнили нашу структурку под названием arguments. Вот, что еще? Если к нам пришел лишний параметр, то есть у нас их больше двух, тех, которые не являются ключами. Ну, то есть, вот PKARC означает наоборот, что этот параметр не является ключом, не знаю почему. То мы ругаемся, что больше двух нельзя. И выдаем, обратите внимание, help. Выдаем help, который... Здравствуйте, Павел, да, это не питон. Выдаем help, который генерируется сам на основании вот этого описания. Нам не нужно писать help к нашей программе, этот help будет сгенерирован с помощью специальной функции из библиотеки argp argusage, вот, которая функция argusage, во-первых, сходит к этому самому статусу, чтобы понять, где мы все упали, вот, а во-вторых, выдаст нам сразу этот самый help. Сейчас. Нет, так оно устроено. Здесь почему-то не то количество. А, потому что тут if вижу. Вот. В случае, если это был не слишком большой номер, а у нас в пределах двух, то мы просто говорим, что вот у нас есть первый параметр, есть второй параметр. Да? Первый параметр, ну, в смысле нулевой. Нулевой параметр мы положим в args нулевое. Первый параметр мы положим в args первое, для которого мы, собственно, тут структурку-то завели, вот они, да? А вот второй, третий и так дальше мы уже будем на них ругаться с помощью вот этой штуки. Вот. Если мы наткнулись на конец разбора в тот момент, когда он не предполагался, к нам приезжает специальное значение agp key end. Это означает, ну, например, мы сказали минус o, но не сказали минус o куда.
у нас параметр минус o, как видите, требует файла. Да? Нам приезжает специальное значение keyEnt, на него мы реагируем ровно так же. Павел, пожалуйста. Просто вызываем argusage от state, оно само разберется, в каком состоянии мы тут обломились и как выводить сообщение об ошибке. Ну и, наконец, если приехало вообще непонятно что, то мы говорим, ну, тут вообще непонятно что, дорогой argp, разбирайся сам с этим делом. Вот. Соответственно, мы полностью уже заполняем нашу структурку argp, в которой мы говорим, что вот это наши параметры, вот это наша функция, которая будет разбирать parsopt, функция, которая будет разбирать наши параметры. И это документация к ней. И это, собственно, это документация это автоматически сгенерированная документация к нашим параметрам, где она там argdoc. Argdoc. А, нет, это документация к параметрам, да, она описывает то, что не включается в ключи, да, вот эти наши два обязательных параметра, первый и второй. А вот эта документация, где она тут? А это документация к нашей функции, которую вот мы вот сюда вот кладем, вот собственно, то, что она про себя пишет. Все четыре параметра мы заполнили. А вот вызов этого безобразия, он как бы очень простой. Ну, мы, естественно, на всякий случай нашу структурку arguments заполняем сами руками. Дальше мы говорим, что распарсь с вот такой парсер argp. Вот это наши argc, argv параметры. Тут еще какие-то у argparse довольно много. Что, нет документации? Ну, короче, у argparse довольно много параметров, поэтому бог бы с ним, все мы их использовать не будем. И вот. Можно почитать документацию по нему, сейчас мы туда зайдем. Заодно посмотрим, например, документацию, которую выгнала info. Вот. Ну и, соответственно, наша структурка arguments, которую наш этот парсер будет заполнять. Парсер, напоминаю, называется parsopt. Его даже... Вот он. Вот. Распарсили. А дальше мы, собственно, логика нашей программы, которая в данном случае абсолютно вырожденная. Мы написали... на стандартный вывод все, что мы напарсили. Вот. И, собственно, ничего не сделали. Мы даже соврали и никакой output файл здесь не использовали. Ну, потому что это утилита, которая не делает ничего, только парсит командную строчку. Тем не менее, ключ есть. Давайте мы его попробуем скомпилять, эту фигню. Запустить его. Вот, видите, он ругается, что не хватает параметров. У нас есть два обязательных параметра, мы так сказали. Вот. Обратите внимание, красивый годный минус-минус help нам приехал, в котором есть название, да, описание. Описание каждого ключа. Вот. И даже можно запустить что-нибудь типа такого 1.2. Вот так работает наша программа по умолчанию. При этом выходной файл называется минусом, то бишь на стандартный вывод. Повторяю, нет никакого выходного файла, ничего не делает наша программа, она только сама себя описывает. Вот. А если мы тут какие-то ключи будем использовать? Стоят. Вот Александр как раз заметил, что у нас в argp parse есть еще два нуля, и там еще какие-то волшебные свойства есть, но мы не будем, не успеем им всеми воспользоваться сегодня, потому что наша тема на самом деле другая, наша тема документирования. Вот. Но я решил про это тоже рассказать. Да. Ну а дальше мы можем сказать там ключик минус v, и вот видите, verbose есть, или ключик минус, допустим, наоборот, q, и видите, у нас silent есть, да. Вот. Или, допустим, там ключик минус o, www. И у нас выходной файл теперь www. Распарси. При попытке передать этой программе ключ неправильный, он говорит ключ неправильный. Вот. При попытке это передать этой программе... Да, кстати, можно сделать вот так вот, смотрите. argp за нас определяет, где какие параметры, где ключи, а где, значит, параметры значащие. Вот. The problem long arguments. Просто мне лень их писать. T
только... А, вот, пожалуйста, работает. Ну так вот, я просто хочу сказать, что вот еще один вариант ошибки, который за нас отловил ArcP, когда ключ требует параметра, а мы его не указали. Вот. Такая вот, значит, программа, которая ничего не делает, только парсит свои параметры. Вот, давайте мы сейчас по-быстрому обмажем ее автоконфом. Сейчас, только гитинит надо сказать. Так, как это делается? Как обычно все обмазывается автоконфом? Как оно обмазывается? Говорим автоскан. Автоскан, я сказал. Тек. Говорим конфигуре scan в конфигуряк. Конфигуряке мы сразу вбиваем тут всякие параметры, да, значит, у нас будет называться RGP. Вот, версия у нас будет 0.0. Понятно. RGP. RGP. Вот, версия у нас будет 0.0. Bug report. Bug report какой-нибудь такой. Да. Автоскан уже нам сам немножко намайнил, что мы хотим от этой программы. Ничего особенного, кроме стыдлиба, ей не нужно. Можно сразу, не сходя с места, давайте я это просто перепишу из этого самого, из шпаргалки. Можно сразу, не сходя с места, makefile.m задать, в котором будет минимум всего. И этот самый, в конфигуряк сразу этот makefile.m вписать. Да, значит, у нас будет... У нас здесь должно быть что-то типа, господи, прости, automake init. Automake init какой-нибудь automake. Павел, а вы можете по теме вопросы задавать, если можно, а то как-то отвлекаюсь же я. Так, foreign. Да, вот am init. Это у нас automake init. Да, и, соответственно, вот здесь надо сказать, что у нас есть теперь файлы, которые надо генерить. Конфигуре. Ac-config files. Makefile. И src makefile еще. Вот как-то так. Вот. Это значит, что касаемо... Теперь надо сказать ему makefile.am. В него надо вписать просто subdirs равняется src. И еще один makefile.am, который в src. Там тоже ничего страшного не должно быть. Сейчас я опять же подгляжу в... Паргалку, но там, в общем, все просто. Там должно быть что-то типа bin programs равняется rgp. Если я нигде в торопях не ошибся, вот вся эта конструкция должна сейчас заработать. Давайте мы уберем автоскан, скажем git add. И скажем нашу красивую вот эту вот git clean configure, вот эту сейчас git status, давайте сначала поставим. Makefile, конфигуряк, rgp. Вроде бы все. Смотрим. Да, вот у нас даже что-то заработало, и даже make у нас сказал, и мы можем сказать, вот, пожалуйста, да. Вот, этап номер один достигнут. Мы взяли какую-то чужую программу. Она использует интересный сегодня для нас, интересующий нас фреймворк по изготовлению команд командной строки. Вот. Значит, да, и как бы вот сейчас, собственно, все. Собственно, теперь можно сказать git clean и коммитить все это. Это у нас как бы первый этап
мы взяли и обазали все это автотулс. Commit, я сказал. Вот. Теперь давайте займемся документированием всего этого безобразия. Отвлечемся на время от минус-минус хелпа нашего красивого. Он уже есть. Вот. Надо вот это еще будет поправить. Давайте поправим. А то как-то не солидно. На самом деле, сейчас мы еще хитрее можем это поправить. Смотрите, это же... У нас же этот самый конфигаж тут сгенерился, да? Вот он. Package bug report. Да, блин. Давайте ему тут скажем include config h, а здесь ему скажем package bug report. Ну, на самом деле, там package name, наверное, стоит сказать, да? Ну-ка. Тут еще вот точечку. Package name пускай останется таким. Вот только версия еще мне не нравится. Сейчас мы это дело в конфигуряке поправим. Во-первых, тут точечка. Даже вот так пускай будет. Во-вторых, здесь вот такая вот штука тоже пускай не будет. Во. Давайте попробуем, как это работает. Но я думаю, что работает. Чуть зараза. А, я там кавычки поставил. Тоже мне. Это у меня после лекции по М4 я теперь так себя веду. Ща. По-моему, этого достаточно. А я пока прочту вопрос. Тут Андрей советует использовать GitOpt. У GitOpt есть один недостаток, который для сегодняшнего нашего разговора критичен. Он не умеет генерировать хелпа. Почему нам вот эта автоматическая генерация хелпа нужна, мы узнаем в конце лекции. Как бы, подождите, пожалуйста. Да, вот Александр, как всегда в теме. Так, ну и чё? О, шикарняк. It works. Давайте мы это тогда сделаем вот так. Скажем ему, замендим это. Ой, только замендим ему эту фигню. И вот. Нет, не хочу амендить. Нет, хочу амендить. Замендим эту фигню, пускай лучше так работает. Вот теперь мы на время отвлечемся от нашего с вами хелпа и сходим к... Это не оно. И сходим к, собственно, Doxygen. Да, попробуем в Doxygen изобрести нашу документацию к нашему проекту. Что такое Doxygen? Doxygen – это система А. Документирование проекта на, кажется, на Markdown. Вот, или там на чем подряд, можно на Markdown, можно на этом самом, на REST, я уже не помню, какой у нее синтаксис. То есть мы подготавливаем некоторые... А, может быть, и на том, и на том. Подготавливаем некоторые файлы. Вот. Getting started. Довольно сложные структуры,
как видите. Ну вот. Но нам вот все этого не нужно. Главная фишка Doxygen — это не то, что мы можем из текстовых файлов генерировать какие-то произвольные там output типа HTML, PDF и так дальше, а то, что Doxygen умеет анализировать, он для этого написан, исходные тексты на разных языках программирования, вот список, на самом деле не только, выковыривать оттуда строки документации, оформленные согласно правилам Doxygen, как правило, это просто комментарии такие, и делать из них, собственно, техническую документацию с нормальным просмотром, которая, она же, техническая документация, вполне неплохо читается, когда мы ее видим глазками прямо там внутри исходных текстов. Вот. Вот этим мы сейчас и займемся, остаток, практически весь остаток нашего разговора посвятим этому. Так. Для начала просто обмажем поддержкой Doxygen наш проект. Вот, я буду подглядывать опять в шпаргалку, чтобы не запутаться, но, в общем, там не так все сложно. Надо начать с Doxygen-G. И сразу его назовем не doxy-файл, как ему полагается, а doxy-файл.in, потому что в этот doxy-файл мы волшебным образом вклеим doxy-файл-in. В этот мы волшебным образом вклеим наш package-info, вот всю эту фигню. Вот. Он говорит, теперь отредактируйте его. Давайте отредактируем его. Вот. Так, сейчас мы это сделаем. Мы сейчас его отредактируем. Ну, поехали. Значит, поскольку это in-файл, мы его сейчас добавим в конфигуряк. А давайте сразу это сделаем. И скажем, что дорогой конфигуряк, у нас появился еще один файл, который называется doxy-файл. Это конфигурационный файл для Doxygen, вот, в который мы сейчас впишем, ну, например, вот вместо myproject мы впишем, что у нас там, package name, вот это все, да? Вот, вместо project number package version, ну, короче, примерно понятная идея, да? И это все переменные этого самого конфигуряка, конфигуре, который он подставит вот этот шаблон doxy-file-in и сделает из него шаблон, собственно, из этого шаблона, собственно, файл doxy-file. Вот здесь надо написать что-нибудь типа simple rgp example номер 3. Вот. Project logo — это все фигня. Что еще нас интересует? А, да, нам интересует output directory, чтобы не в текущем каталоге, а туда, куда нам скажет макрос, который мы сейчас в конфигуряк тоже вставим. Docdir. Вот. Вот с этим макросом dxdocdir ситуация следующая. По умолчанию ничего про него Doxy не знает. Но есть такой проект. Он называется AutoConf архив, в которую сложено дикое количество разных макросов для AutoConf для поддержки дикого количества разных инструментов, в том числе для поддержки Doxygen. И мы сейчас возьмем и в наш конфигуряк еще добавим Doxygen. Но тут, видите, вот это вот все ненужное. А вот это вот project name. Вот, сейчас давайте мы тоже добавим в конфигуряк. Куда-нибудь вот сюда. Вот. И туда впишем project name. Сейчас подумаю, как он называется. Да просто RGP. Пускай называется просто RGP. Мне кажется, этого достаточно будет. Вот. Значит, doxy-файл мы сюда вписали. Вот. И теперь после включения вот этого макроса у нас проинициализируется автотулзная система для сборки Doxygen. Вот. И мы можем смело пользоваться dxdocdir, который вот, к чему он будет равен, узнаем в конце. В конце концов, не так это и важно. Чему будет, тому и будет. Что еще интересного можно тут сразу включить? Ну, например, поскольку у нас код написан на языке C, где-нибудь надо сказать, чтобы вот, что у нас код написан на языке C.
если у нас вот, это, вот тут есть экстракт статик, в котором надо, давайте мы по умолчанию включим вообще все. Да, давайте включим по умолчанию все. Про квадратные скобочки сейчас расскажу. Значит, тут Александр спрашивает про квадратные скобки. Давайте я их поставлю. Значит, с квадратными скобками ситуация следующая. Смотрите лекцию, которую я прочел в понедельник для кафедры алгоритмических языков по языкам макроподстановки, конкретно по языку М4. Как известно, конфигуряк написан на М4. У М4 кавычками являются открывающая кавычка – это бэктик, а закрывающая кавычка – это апостроф. В подсистеме автоконф эти кавычки заменены на квадратные скобочки. То есть, в действительности, квадратная скобочка – это просто квотирование М4. Если я знаю, что РГП не является макросом М4, я могу не писать этих квадратных скобок вот, совершенно свободно. Вот нигде в этом месте, вот ни в одном из этих текстов, можно было не писать квадратные скобочки, они бы и так работали. Вот. Но, как известно, главное правило программирования на F4 – ставьте больше квотирования, вот, но не больше, чем нужно, поэтому везде квадратные скобочки поставлены. Вот я попробую сказать extract all, ну и кажется все. А, нет, не все, это же еще input. Откуда брать исходники? Вот. Брать исходники из src, но точнее, поскольку мы пользуемся автоконфом, то это будет называться top src dir src, вот как-то так. Вот так оно должно называться. Сейчас я проверю по шпаргалке. То есть из того места, где у нас находятся исходники, возможно, они где-то в другом месте, не обязательно тут же, да, но это подставит нам автоконф. /src. Похоже на правду. Вот. Вот после этого, если мне не изменяет природная наблюдательность за шпаргалкой. А, нет, еще надо сгенерировать эту документацию. Да, еще этот самый makefile надо поправить. В makefile надо вписать, во-первых, что у нас будут генериться эти самые файлы, ну, как бы, документация. Просто сюда приедут все, вот от того макроса, вот от этого макроса приедут все нужные правила для сборки документации. Вот. И во-вторых, мы, наверное, по умолчанию сделаем, что документация генерировалась сразу. Напишем all local, то есть промежуточную цель all, которая собирает наш автомейк. Добавим туда каталог с документацией, и вот тут я подгляжу в этот самый в шпаргалку, потому что по умолчанию он называется вот так. Мы как бы сразу не догадаешься, но он вот так называется. Так, ну что, попробуем со всем этим добром взлететь. Давайте посмотрим, что у нас статус. Давайте добавим все и попробуем взлететь. Да. Смотрите, у нас попытался он собрать из наших исходников, попытался собрать, вычленить всю документацию, попытался собрать диаграмму с помощью графвиза, диаграммы у нас нет, попытался нарисовать ее в PNG, в PDF, но у нас нету диаграммера графвиза нету, ну и хрен бы с ним, значит, не смог. Вот. Но тем не менее, он не смог какую-то фигуру собрать. Тем не менее, какую-то документацию он сгенерил вот в этом каталоге docsgen.doc.html. То есть у нас появился вот такой каталог, генерат. И в нем появился HTML. Давайте этот HTML просмотрим, что ли. А как его просмотрим? А просмотрим мы его вот так. Мы сейчас возьмем. Мы сейчас возьмем и войдем на машинку, где я веду разработку, с пробросом 8000-го порта. Зашли. Да? Что у нас тут есть? У нас тут есть вот этот каталог. Давайте так сделаем. Python
3-m http.server вер. Что там? Doxygen.doc html минус d минус минус директори. О, поскольку мы пробросили этот 8000-й порт оттуда с Linux Prague на мою машину, мы сейчас тупо туда зайдем. Вот вместо сфинкса. Localhost 8000. Та-дам! Вот наша документация тупая, никакая. Ой, слушайте, это не она. Она это более-менее тупая, чем была. Я не туда, что ли, перешел? О, я не туда перешел. Как у нас назывался каталог .cc? Это когда я готовился к лекции. Чуть-чуть-чуть более тупая документация. Вот, вот это правильная документация. Что у нее есть? У нас есть файл-лист, у нас есть RGP. Вот, у нас есть какие-то сведения о функции. Но, в общем, эта документация довольно дебильная, в ней ничего нету. Вот. Только название. Ну, потому что мы еще наш текст не приготовили, мы его не доксигенифицировали. У нас ничего из того, про то, что мы говорили, не присутствует в нашем тексте. Ни документации для пользователя, ни документирование наших функций, ни документирование данных, ничего. Да? Вот давайте это и сделаем. Значит, тут я еще раз прошу перед всеми прощения, что давайте так. Значит, во-первых, мы сделаем вот так. Во-вторых, так. В-третьих, git commit -a -m empty doc. Вот. Значит, тут я прошу прощения перед всеми, я не буду полностью доксигенифицировать наш исходный код, просто это долго. Вот, у нас есть пример репозитория, в котором это сделано, можно туда поглядеть. Ну, а пока просто вот посмотрим на то, что у нас есть. Значит, src rgp. Так, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сказать, что вот это, например, у нас описание файла. Файл rgp.si. Вот. Что-то мне нравится. А, конфигаша нет, ну бог с ним. К чему это приведет? Это приведет к тому, что вот в этом файл-браузере вот этот текст будет переформатирован как текст в формате Doxygen. Кстати, он не в формате Doxygen, мы это сейчас увидим, но что поделать. И предоставлен в качестве документации к файлу rgp.si. Хорошо. Что еще надо сделать? Давайте попробуем задокументировать некоторые поля. Вот тут, например, поле. Значит, доксигеновский комментарий, значащий, начинаются с вот такой конструкции, с двумя звездочками, а такие хере, как бы здесь и сейчас документация, однострочники, комментарии обозначаются вот такой конструкцией. Да? Значит, вот тут можно написать... Здесь лежат ARG1 и ARG2. Это, конечно, так приличные люди не программируют. Приличные люди программируют вот так, конечно. Вот. Вот, и давайте еще, значит, задокументируем нашу функцию тоже. Значит, наша функция будет документирована следующим образом. Вот ее документация, вот ее... Сейчас давайте посмотрим. Doxygen manual.
ну тут много разных синтаксических извращений. Во. Во. Описание, вот функция, описание функции параметра. Ну, примерно так нам и нужно сделать. Тут, правда, плюс-плюс какой-то страшненький, но, в общем, все примерно, даже Python можно документировать на Doxygen. Удивительно. Да, ну давайте так и сделаем. Значит, что у нас тут? Дальше у нас идет option key. Это мы будем упоминать вот эти названия. With optional argument arg. When state is state. Вот. Дальше параметры. Param key. Ну что это такое? Вот я обещал вам сходить на сайтик сгенерированной документации с помощью инфо. Так вот он, сайтик инфо документации. Вот эта штука сделана из инфо. Вот. Огромного. Да. Нет, не здесь сейчас. Оп. Я пытаюсь понять, где этот argparse документирован. Ну ладно, пофиг, не будем, значит. Не будем размышлять, а то времени нету. Пора. Какой там у нас есть парам arg. Это еще можно указывать типы, но опять-таки давайте не углубляться, иначе мы просто не успеем за сегодня все, что хотим. Тут еще можно типы параметров указывать. Это что-то слово. Вот это что это за слово такое? Optional param state. Как-то так, и еще return. По-моему, это слово return, да? Дайте я посмотрю в шпаргалку, но мне кажется, я прав. Return z. Returns. Что returns? Error status. Как-то так. Вот, значит, мы что сделали? На скорую ногу описали функцию, на скорую руку описали к ней и одну структурку на скорую руку описали. Я вообще не уверен, что все сейчас получится, потому что я делаю вот почти что в первый раз. Вот, но по идее должно. Отлично. Перегенерируем нашу документацию. Запускаем сервер. Глядим. Так, ну вот у нас появилась документация, detailed description. Это вот в разделе файл. Вот. А где наша функция? Вот, вот появились поля, которые мы описали. Вот они. Только я не вижу к ним документации. А, есть. Нет, не вижу документации. Сейчас, погодите. Может быть, что-то не так. Стойте. А, не те поля. Вот эти поля. Struct arguments. Я не тормоз, я задний ход.
Что-то я не вижу. А, вот, вот они описания. Появились описания к полям. Вот они. Вот. Еще где-то должно было появиться описание к функции. Что-то я туплю. Functions main. А где еще одна функция? Ее прям не вижу. Давайте мы еще попробуем повключать все остальные опции. Потому что у нас тут было все null да null. Так, extract all. Давайте все попробуем. Я просто сейчас не готов разбираться, какие из этих по умолчанию, какой из кусков кода является публичным, а который приватным, особенно потому что вот. Это, правда, C++ уже пошел какой-то. Во. Пробуем еще раз. Тек. Ой. Ну да, естественно. О! Да, вот вам, пожалуйста, появилась документация к функции parseOpt. Вот, просто она посчиталась внутренней. Вот. Единственное, что что-то у меня вот тут вот с этими, с этим пока не склалось. Вот. Надо и было еще что-то другое написать. Ну, в общем, идея вам понятна. То есть, есть некоторый язык разметки, на котором мы описываем вот эту документацию. Вот. Непонятно, почему он тут так сработал. Вроде бы должен был. Ну, не знаю. Да? Значит, это надо в синтаксе разбираться. Давайте мы на всякий случай глянем, вдруг найдем. Нет, это features, а нам нужен сам язык. Вдруг найдем. Ну нет, он правда адски развесистый. Надо почитать, как правильно ссылаться на переменные. Возможно, никак. Возможно, я погорячился и нет. Тут есть A и B с бэкслэшом. Может быть, тут вот так вот. Давайте попробуем. Я не уверен, что это все получится, но вдруг. Вот. Если нет, давайте мы от этого задвинемся. У нас есть еще одна темка небольшая. Вот. Да. И ну, не помогло. Ладно, бог с ним. Не будем заморачиваться. Надо будет в следующий раз просто более аккуратно это все проделать. Вот. Значит. А, нет, давайте я еще одну вещь сделаю. Вот все-таки эксперимент мне хочется провести до конца, хотя я не уверен, что... Нет. Зря я перегенерирую это все, ну да ладно. Вот, значит, ну конечно. Не умеет. Ну, богу с ним. Ладно, тогда не будем упражняться на этот счет, чтобы не усложнять весь процесс. Но там есть синтаксис для того, чтобы ссылаться на переменные внутри этого описания. Вот. Значит, что еще нужно сделать, чтобы достичь нирваны? Нужно еще забабахать, давайте скажем так,
ну неважно. Значит, нужно забабахать еще страничку, которая будет титульной, а то у нас вот эта картинка всегда выглядит очень печально по умолчанию, она вот выглядит как-то, ну совсем вот неправильно, да? Индекс HTML выглядит вот. Чё? А, да, естественно. Индекс HTML выйдет очень, выглядит очень глупо у вас. Ну, просто совсем глупо он выглядит, и хотелось бы туда что-то вписать. Заодно положить начало некоторой пользовательской документации, которая вот тут вот должна быть. Ну, это делается очень просто. Мы берем, вписываем в, ну, скажем, вот сюда вот, doc.md. В этом маркдауне мы вписываем, сейчас скажу, что, ну, понятное дело. А, нет, надо сначала туда вписать, сейчас я подгляжу. Сначала туда надо вписать, что это main page. Вот это будет титульная страница main page. Это такая команда Doxygen. Вот. Дальше мы можем написать, что хотим. Дальше мы можем сослаться на соседний файл или на функцию, или, скажем, на файл libname.gen. Ну, то есть, как он там, это я под, в шпаргалку уже гляжу, rgp.c, вот. Ну, и вот сюда мы можем написать в Markdown, что хотим, на самом-то деле. Давайте, скажем, git add этой штуки. Вот, тот факт, что там написано main page, уже должен привести к тому, что она у нас появится вот здесь. Давайте посмотрим. Появилась. Ссылочка на RGP, как видите, работает сразу. Ну вот, то есть очень просто ссылаться на другие файлы, функции, из таблицы функций, классы и все остальное. Короче говоря, дальнейшая работа с документированием нашего проекта на Doxygen выглядит примерно так. Да? Мы пишем файлы на Markdown или там на чем хотим, которые документируют все общее, попадают вот сюда. Здесь можно пользовательскую документацию, например, положить. Вот, здесь мы пишем, да, а внутри самих файлов, прямо в комментариях пишем, значит, текст, который мы хотим, чтобы появлялся при просмотре документации. В частности, вот это надо переместить, конечно, туда, наружу. Вот, ну и разметить это в Markdown, а то, видите, он нам все в строчку вытянул. Вот, но на самом деле это еще не все. Давайте, значит... На самом деле это еще не все. Значит, вот так мы можем организовывать процесс технического документирования и даже отчасти пользовательского, потому что почему бы не почитать вон ту страничку. Вот. Но мы с вами застряли на том, что у нас есть help, прекрасный help, сгенерированный нашим удивительной программы RGP. Но у нас нету типа mana или info. Ну так вот, в пакет инструментариев, который как раз предназначен для изготовления info, которую мы с вами не делаем, потому что это целую книжку надо писать, входит скрипт на перле, который на скорую руку из вот этого хелпа может сгенерировать ман. Прям так, шмяк-бряк. Вот. Причем именно из хелпа, который выводит функция RGP. Ради этого, собственно, мы ее сегодня использовали, а не GitOpt. Вот этот конкретный хелп, в том виде, в котором сейчас вот здесь, может быть преобразован в ManPage. ManPage, если кто не знает, это yet another, еще один язык разметки текстовых документов для их последующего рендеринга. Очень древний язык разметки. То есть, судя по легенде, над ним Деннис и Кен работали в подвале на PDP 10, когда их было двое на весь Unix, они его только придумывали. Собственно, один из них работал над вот этой системой обработки документации, а другой хотел в это время играть и писал игру о Super Star Trek.
И из-за этого они изобрели систему разделения времени, и, значит, весь Unix родился вот из-за желания одновременно форматировать документацию и играть в игру. Возможно. Вот, ну так вот, это довольно древнючий формат. Выглядит это примерно так. Вот, вот, вот довольно типичный ман по двоеточию. Зараза. Ну хорошо, вот ман по клоклок, пожалуйста. Что здесь мы видим? Мы видим здесь текст, перемежающийся комментариями. Это комментарий. И инструкциями разметки, которые говорят, это у нас секция main, это у нас секция синопсис, это у нас italic шрифт, это у нас обычный шрифт, это у нас bold шрифт. Ну, в общем, вот. Такая вот немудрящий язык разметки. Вот. Как вы сами понимаете, при наличии знания о том, как именно выводится help функция argp, то, что выводит функция argp, можно превратить в man. Вот. Довольно аккуратный. Значит, делается это очень просто. Это называется help to man. Давайте посмотрим, какому пакету он принадлежит. Он принадлежит пакету help to man. Мы можем сказать help to man. Дальше мы говорим минус-минус help. Исполняемый файл, больше ничего не нужно. Ха-ха-ха. Это ж как? Вот это просто вот RGP и все? Да, смотрите, он нам выдал какую-то ман-страничку. Давайте мы ее положим в ман. Ну, скажем, RGP.1. Вот. Ну нет, ман. Минус M, что ли? Я забыл. А, она точка man должна называться, да? Это по установке она должна называться по номеру секции, а тут должна называться точка man, да? Нет, нет. Да что я не так делаю? Ну ладно тебе, ну работал же. Сейчас, секунду. А, минус local файл, да? Man минус L RGP man. Ху-ху! Вот она! Смотрите, все как прямо у людей. Вот. Он и имя вам в секцию поставил, и секцию первую приписал, потому что это утилита. И секцию name написал, потому что это то, что в первую очередь там выводится сверху. И синопсис написал. И options нам вывел. Правда, он почему-то в разделе description, но тут уж что поделать. Да? И даже сказал Сиволса, что у вас есть большая документация в инфо, только ее нет. Вот. Ну и сказал, кому баги писать. Прям такой вот ман, почти настоящий. Единственное, что ему, конечно, надо было сказать no info минус n. Вот. Чтобы он про инфо не говорил, потому что это в раке нет никакого инфа. А в остальном, смотрите, прям хороший годный ман, особенно если мы там в программе на C побольше напишем вот в это место, да, там, например, впишем туда кусочек из этого самого описалого. Ну, короче говоря, можно сгенерировать прям настоящий ман, который прямо из этого help генерится. Вот, осталось нам, время у нас уже кончилось, но давайте мы все-таки, во-первых, в конфигуряк запишем, что нам нужно проверить. Конфигуряк запишем, что нам нужно проверить программу help to man, наличие ее, да, потому что иначе мы
в сборке можем не проверить это. AC path prog. Как-то так это, кажется, пишется. Help to man. Зачем так сложно? Ну ладно, пускай так называется. Я переписываю это, как это странная конструкция. Я просто AC-check-prog написал бы и все. Ну ладно, пускай будет. А, я знаю. У нас вот этот вот сюда, вот в эту переменную приедет место, где лежит этот help to man. Это нужно для того, что если он лежит не в стандартном месте. Ну ладно. Так, это во-первых. Во-вторых, нам, наверное, man этот самый сделать. Из чего бы нам его сделать? И где главное это сделать? Наверное, это надо сделать в исходнике. Наверное, надо это сделать там, где RC. Вот. Время уже совсем поджимает. Ну хорошо. src makefile am. Am я сказал. Am. Что мы здесь делаем? Мы здесь говорим, что, допустим, проценты .1 делаются из файла просто процент. Что-то мне не нравится то, что тут написано. Дальше мы пишем вот этот help to man. Ну, короче, вот я скопипащу. Да? Вот это тот help to man, который мы там в конфигуряте определили. Это noinfo. Output – это во что мы должны превратить его. Вот. А, понятно, это бинарник, который мы запускаем. Из наличия бинарника следует, что мы должны сгенерить из него с помощью help to man man. Все нормально. Дальше мы запускаем help to man. Вот тут минус мне непонятно зачем. Но info, чтобы не было ссылки на отсутствующую info. Output – target. Name – package name. И бинарник, который мы запускаем на вход. Вот, мне кажется, этого достаточно. Единственное, что нам нужно еще сказать, что эту штуку надо сносить с собой, да, то есть надо сказать что-то типа PKG data data, как мы это уже делали, и rgp.1. Вот как-то так. Вот этот генерат будет признан генератом, который надо таскать с собой. Все, давайте посмотрим, нет ли у нас ничего лишнего. Ничего лишнего у нас нету. Пробуем. Ой. Вон он, сделали нам, кто-то его сделал. Значит, что мы не успели? Мы не успели поставить графвиз и несколько шрифтов, чтобы убедиться, что там еще диаграмма делается. Она сделается, верьте мне. Просто он не нашел этого дота и сказал, что не будет делать ее. Вот, видите? Мне просто было лень туда в виртуалочку ставить какие-то связанные с графикой пакеты. Посмотрим на man. Я думаю, что он сгенерился сам и очень хорошо сгенерился. man-l src argp.1. Вот он. Да вот. Описал его теперь какое-то другое, потому что мы вот минус-минус name, package name мы зря туда вставили. Давайте это уберем. Это было лишнее. Я думаю, он и так справится. Ну, собственно, все. О, отлично. Значит, не отлично, плохо. Смотрите, это вот главная проблема этой утилиты. Если вы не напишете package name туда, хорошо, что я это сделал, извините за то, что время вашего забираю, но это важно. Если бы я не сделал туда package name, нам бы эта зараза написала, что в разделе name, что этот man, это man по этой утилите. То есть абсолютно бессмысленный текст бы туда вписал. Давайте мы туда впишем более осмысленный текст. Может быть, он тут какой-нибудь есть. Да есть, конечно. У нас же есть чатик наш замечательный, телеграмный. Только зачем нам Discord? Вот. Значит, тут меня спрашивают, нет ли вариантов в какой-нибудь чатик заходить. Есть. Давайте мы здесь вернем, как было. Вот сюда надо написать длинный package description. Извините, что уже все, времени нету. Вот.
Сюда должна приехать какая-то красивая картинка, типа там вот что-то такое. Короче, все, хватит с нас. Давайте еще вопросы. Повторяю, что у нас есть чатик в Телеграме для этого дела, так что приходите туда. Если вопросов нету, то давайте уже на сегодня все, потому что времени... Вот как вы будете голосом копипастить код? А, расскажите мне, пожалуйста, дорогой Бибкубива. Вот я против копипаста голосом кода. Значит, у нас остается еще пара важных весьма тем. Это... А то и три. Как мы три темы пройдем? Ну, в общем, как делать деплоймент из этой штуки, то есть как делать так, чтобы наши пакеты устанавливались. Вот. И еще отдельная такая довольно маргинальная тема, собственно, про пакеты в дистрибутивах, потому что это тоже надо всегда иметь в виду, когда вы разрабатываете под Linux, что если вы хотите, чтобы ваше поделие попало в дистрибутив, не идите против принятых в комьюнити дисциплин оформления дистрибутива. Так, я так понимаю, что вопросов больше нету, мы и так с вами уже час, это самое, минуту, на 10 минут позже, чем надо, беседуем. Вот. Так что всем спасибо. В следующий раз, видимо, как раз про деплоймент, если я что-то не придумаю новое. И до новых встреч!